Новосибирск приветствует участников Байкальского рождественского фестиваля филармонии. С нашим русским академическим оркестром выступают певцы из Бурятии. В сопровождении домр и балалаек звучат и эстрадные песни, и оперные арии, и романсы. А публика в Бурятии имеет возможность смотреть все происходящее в интернете. Программу фестиваля продолжит концерт рок-группы «Сезон дождей». Музыканты выйдут на сцену вместе с участниками филармонического камерного оркестра. Конечно же, совершенно задействованы более другие гортанные мышцы, да, так как у оперных певцов мы стараемся приблизиться и изучать бальканту, и, естественно, то это совершенно разные голоса, разные учения, так сказать, техники. Но, знаете, вот все-таки музыка и творчество, она настолько объединяет, что вот мы не боимся такой концерт и соединяемся, и в таком тандеме, в синтезе мы выступаем.